это здание с фасада очень красиво. Машка сказала. Сказала вот это вот. Вот. Так. Наслаждайтесь видами нашего проспекта, широкого, интересного, чуть-чуть советского, но все же. Доходим до Макдональдса. Вы там отравите свои желудки и идем холестерин. Да, здравствуйте, холестерин. Пойдемте. Все, пойдем. С колоннами, фигурами, оно изображено на 500 рублей. Да? Если смотреть так, получается, слева от вас, в этой арке, да, полукруглой, сидит девушка, видите, с открыткой. И сейчас все плохо видно, но она сидит с открыткой. Видно. Эта девушка, ей это очень давно виделось, это с моей бабушки, она позировала, с нее сделали эту статую. Смотрите, как его бабушка. Практически одно лицо, если сравнить. Она училась недалеко на Энгельса. Вот, и ей было тогда 18 лет. Она позировала, с нее лепили вот эту статую. Сюда приехал Папа Римский, этот Бенедикт XVI. После такого же государства просто не решилось, а он приезжал сам. Он приезжал, и я еще проходился по улице, смотрел, и он приезжал сам. Мы отведали белорусскую кухню. Еще раз показываю национальную белорусскую кухню. Ага, вот что я люблю, она. 12 050. Это гриб с гривнах сделал. Да. И еще, обратите внимание, документальная съемка. Вот в этой пачке, где указан вишневый пирог, мне подсунули малиновый. Пока. Посмотри, там это же длинность, это привет. Национальная библиотека. Ночной вид. Библиотека. Вид ночной. Правильно сказал? Нет. Я правильно сказал. Первый раз по-русски, второй по-русски. Национальные, сейчас пойдет, сейчас будут спецэффекты, будут рисунки всякие, ну, фильмы показывать. Опа, замерли. Елочка. НЛО просто какое-то. Идемте ближе, что же мы стоим? Летает по библиотеке белорусский флаг. Серега, потому что ты изменишь, что цвета поменяешь. Мы приехали в Беларусь. А тут вот видней, правильно я говорю? Родная Беларусь. Родная Беларусь. Кстати, здесь забыли запятую, вернее, она не горит, поэтому соседка не надо. Похоже на родину мать. Вот так вот издалека. Щит, только меча не хватает. Так, увидим. Я что-то записываю. Там сейчас Моцарт поедет. Вот бы он не навернулся. Моцарт, не лажай, разбегайся и беги. Ну давай, вот они там решают. Так, кто-то бежит, вдвоем бегут. Вдвоем бегут. Кажется, я с ней поймала. Виталик. Нет, вот Виталик. Еще. Машка, конечно, плохо держала. В этот раз надо держать лучше. Вот ездит незнакомый субъект. Вот это все рядом с национальной библиотекой
Республики Беларусь. Можете вы себе такое представить? Это просто как кощунство, по-моему. Вот это елка. Елка. Сейчас они опять поедут, их опять снимать. Вот здесь какая-то девушка, смелая, экстремальная девушка. Я так не могу, я на каблуках высоких. Мне же надоело держать эту камеру, видеозапись сколько можно. Зарядка разрядится сейчас. Ну, ребята, давайте побежим. Они берут разбег, это очень важно. Очень важно в этом деле взять разбег. Если ты не профессионал, то какие-то мелкие детали, это просто первостепенно. Итак, сейчас крабик совершает свой забег, делает это вполне профессионально, за ним сразу идет... О, сколько... людей. Надеюсь, на этот раз они заберут у меня уже камеру. Все, забирай. Все, забираем. Мы покатались. А вы не хотите? Нет. Машка решила, что нет. Мы как-то на этом мостик. Мосту, как это называется, мост? Возле него такой мусорник симпатичный. Не вешают у вас здесь замочков и всякое дребедение? Покажи. У нас такой фигней не страдает. Замечательно. Ничего, мы можем начать эту традицию. Кому вы любите? Беларуси мы признаемся в любви. I love Belarus. Просто. I'm Belarusian guys. Да. From Ukrainian guys. Вы видите печальную картину, как наш национальный мост, или наша библиотека превращается в какое-то подобие Киевского моста. Обратите внимание, вот эти вот люди, глядя в глаза, мне заявили, что нет, вот такой нет, что мы такими не страдаем. Мы же действительно что это, конечно же, они выше всего вот этого вот. А на самом деле, они тупо сплагиатили наш мостик любви. Анюта и да. Плюс Виталик, это мы точно это не мы. Мы это прощаем. О, библиотека. Вид сзади. И какой-то там вот еще автовокзал. Симпатичный. Малыш просто делает видео. Автограф на 2 гривнах от этого молодого человека. Вот этой вот юной леди. Просто это такая невидимая щедрость, я в шоке. Что, возьми телефон, а вот у тебя? Просто небывалая щедрость. Минус 5% скидки. Ура! Но это еще не все. 2% скидки. Серега, идем покупать быстро. Пока 2% скидки. Вот еще. Мы чувствовали, что здесь какой-то подвох. Не может быть такой большой скидки. Так вот, скидка действует только в первый и последний час работы. Троицкое предместье. Это старое старовинное место. Старовинное место. Да. На белорусском мы сказали. Серьезно? Да. Прикол. Вы не узнали, да? Я думала, тут старые вина хранятся. Вы вообще ребятки. Когда я познакомилась с интересным приемом съемки. О, это что новенькое. Идет несется. О, Мария и Дмитрий, где он? Видимо. Где твой Дмитрий, Мария? Сережа и Настенка. Виталий и Алена. Как мило. А где Настенка? Сережа и Ириша. Сережа. Ириша. У меня тут какой-то Виталий. Нет. Твой Виталий, он еще пьяный. Алена, Виталий. Сергей и Татьяна. Сережа, вы просто с ума посходите. Да. Вместе и навсегда. Экскурсия какая-то. Господи, мы дети твои. Дети. Ну а что там в Зе написано? Дети, значит. Вот это тут просто... Это валютный запас в Беларуси. Это просто государственная казна, что там, хранит да? Рублей. Это форблок, сам купили. Сколько это? А вот залить дальше на тысячи. Принцет есть, а еще зависит. Нас сейчас окружают, надо выходить отсюда. Иначе мы отсюда не выберемся. Валим отсюда, ребята. Валим, ребята, а то нам сейчас тут через запасной выход. Вышли.
Вот такой каток залили минчане. О, навернулся чувачок. Смешно очень было, ты очень бы так навернулся, подсвислочь. Давайте, кто-нибудь, ну хоть кто-нибудь. Обладатель этой камеры, короче, хочет взять и пойти через этот каток на другой берег. Машка против. Но Машка ответственно утверждает. Не учитывается, так как большинство за. Сейчас мы еще посмотрим на этого ангела с затертыми частями тела. Давай, пошел, давай, мужик. А я тоже хочу. Next. Ой-ой-ой. Что будет, если кинуть снежок оператора? А в его камеру? Смотри. О, о, о. Вау, как это романтично. Да-да-да. Они это сделали. А, ты рекламу снимаешь? Зачем? Смотри. Я у них клип модный. Когда в последний раз смотрели мы на звезды, давно уже живем по стрелкам на часах. А может быть, давай друг другу просто опять посмотрим в глаза. Мы перестаем сюда, пришло в 1-15 год. Заблокируем лайк. Купишь или подарим, не желаю. Все, давай, держись. Рад тебе будет. Хоть раз. Да. И ему типа, ладно. Пока, Маша. Расскажи ей кто-то, расскажите. Ну, надо, чтобы она... А, нет, там Мишки, блин. А что я? А что я? Такой вот вы ее видели последний раз. Ай, вот что делать. Все, смотри, мы тебя запомнили. Короче, вот. Его побила я вам. Навсегда. Все, надоели. Пока. Пока. Пока, Маша. Вот, смотри, вас собираем. Пошли, давай. Пошли, тебе. Да ладно, да ладно, а кто сказал, что ты папа? Не, просто я был раньше. А потом я покаялся. Ты раньше был, потом покаялся, а мы как-то еще остались. Да, пошел к Иисусу. Как-то ты на кого мне терять нечего. Что это? Я тоже вот это? А, да? Поздравляю. Говори, что этот мир устал от боли, для нас врача. Лишь мы с тобой в нем разлучились пешки. Когда в последний раз смотрели на звезды, давно уже живет. Дети одно. Я уезжаю. Слышал звуки, я видел лица. Скажи, как долго мы будем длиться? Моя душа замерзла. Мы пишем письма, заводим споры. У аэристы на светофорах
однажды будет поздно. Ведь что, если мы все не проснемся? Где мы будем тогда обитать? Что, если мы все не проснемся? О чем мы будем тогда не мечтать? Что, если мы все не проснемся? Что, если мы все не проснемся? Мы меряем в жизни одной страницей, своей не знаем, чужой боимся. А мне так важно знать твой код. Мы верим фильмам, не помним даты, мы ценим только свои утраты. Скажи, что все напрасно, но дай мне это шанс. Ведь что, если мы все не проснемся? Наконец-то. Слушайте, пустые вагоны. А еще подсяду. Значит, 103 минуты. Время прибытия на конечную подожди. Не в ту сторону запустили. Стол такой. Такой кафешник. Вау. Не убегать, а не доезжая до Киева на другую сторону. Спасибо за просмотр. И если вам понравилось, не забудьте поставить лайк и оставить комментарий. Буду рад, если вы поделитесь этим видео со своими друзьями. Также смотрите другие видео на моем канале. И, конечно же, подписывайтесь на канал о жизни и путешествиях. До встречи!